трэш комментарий за сегодняшний день. Комментарий, наверное, будет короткий. Мы 82 минуты играли в десятером против команды, которую можно считать уже командой премьер-лиги. Вот. Мы выглядели достойно все это время. И мы практически не дали ничего создать. Конечно, было тяжело что-то самим создавать, но тем не менее мы создали 3 супермомента, которые должны были закончиться голом во втором тайме. Не знаю, мне сейчас подсказали, не видел, но якобы там, когда в штангу попали, якобы там тоже их игрок сыграл рукой и отбил штангу. То есть судья не заметил. Но я опять же не буду говорить, это также такое же удаление, как и у нас тогда. Но это такое дело. Все равно мы не забили, игроки молодцы. Конечно, не хватило, может быть, чуть-чуть опыта дотерпеть. Потеряли мяч ненужные игроки, которые выходят на замену. Сейчас вот сказал несколько нелестных слов в адрес игроков, которые выходят на замену, которые свежие выходят и не могут не то что поддержать тот темп, который это, а еще и выглядят несколько хуже. И этот, когда мы потеряли мяч при выбросе, свежий игрок не может принять мяч, не встречает. Потеря мяча обернулась для нас ненужным штрафным и голом. То есть очень жалко, обидно за ребят, потому что они действительно сегодня заслуживали. Они боролись как могли и к тому же играли неплохо, можно сказать, против, еще раз говорю, против команды, которая одной ногой уже в премьер-лиге. Владимир Николаевич, прокомментируйте эпизод с